А что если Nike плюс Лешрак? Хорошо, этот минус. У меня рипера дали. На нем крест. На нем крест. Ну это. Ну это что было? Опа! Что за заварушка? Что за заварушка, значит, забежал? Утянул. А помогите, не крылай тут будет. Так, это я снял. Смотри, с лордатом. Ультану, тебя вытащу. Ух ты! Джага там лоу хапов. Но не могу помочь. Рядом с тобой бегаю. Красава. Изи. Что за заварушка, знаешь, такое, забежали. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если Nike плюс Лешрак? И сегодня мы будем это тестить. Короче, комбинация максимально простая, ее в принципе никто никогда не делал, но я для вас специально сделаю эту комбинацию, почему бы нет. Антоха, это АП. Кстати, у нас сегодня Антонио Бендерас вместе с нами. Здравствуйте. Вот, Антонио, как обычно, у нас здесь... на месте. И мы берем уже комбинейшн персонажей. Сейчас мы будем это все тушить. Так, ну алхимика я не знаю куда. В общем, у нас еще и третий слот на алхимике поможет сделать аганим для Найкса, чтобы освободить один слот. И я думаю, получится прям, ну, кошер, кошер. У нас нужно будет... Что говоришь? Топорик, мне с ним на лайн лучше не идти. Пар мне тут. Так. Химик пусть низ идет. Я центр схожу. Иди на топ, Антох. Ну, блин. 13-17 минута, думаю, нормально будет, да, для Аганима? У них там пик такой бодренький. Сначала если играем. Не загнобят его. Хотя питлорд такой пассивный, только Сланина может прогнать. Ну, питлорд, да, может прогнать, но опять-таки он просто кушать может и все. В общем, ребятки, комбинация заключается у нас в чем? Что-то я сижу, втухаю, если честно. Короче, комбинация через аганим на Найксе. Найкс берет, естественно, Лешрака внутрь. Лешрак, естественно, с включенным ультимейтом. И начинается дикий раздамаг, дикий ДПС. От Лешрака будет требоваться только то, что ему необходимо будет собрать, я думаю, Бладстоун, чтобы эти заряды копились, чтобы мана не кончалась и чтобы все было красиво и аппетитно. Но это опять-таки посмотрим по ходу дела. Ребятки, не забывайте поддержать лайком, подпиской на YouTube канал. Буду очень благодарен, если будете поддерживать. Ну и, конечно же, пожелаю всем приятного просмотра. И мы начинаем, как говорится, на руне уже убиваем тут. Да ты посмотри. Хорошо, хилочек я накинул алхимику. Вот поэтому я всегда беру хил, а не тангусы. Вот, ну реально. Антох, как ты считаешь, вот что лучше взять на мид, хил или танго? Вот ты вот идешь, вот, да, вот на мид, что ты возьмешь, хилку или танго? Приоритете? Да. Я, наверное, танго возьму, чтобы. Почему? Размениваться. А что, если ты возьмешь просто хил, и тебе два танга дадут? Если дадут танга, это уже другое, это уже другая ситуация. Тогда, конечно, лучше фласку. Но я на тиммейтов не рассчитываю, поэтому я всегда на соло закуп делаю. Ну, у меня немножко другое мнение, потому что я возьму хилку, я всегда хилку беру в мид. Почему? Потому что если вдруг ты размениваешься и там отбегаешь, то хил тебе мгновенно может, независимо от чего. То есть танго тебе нужно дерево захавать, а тут да, ты просто берешь и юзаешь, и хиляешься. То есть, короче, это плюс. Если ты пошел, разменялся сразу, все свои 400 хп выбил и врагу, и себе снял, то да, быстро восстановить их за 10 секунд профитнее. Но я не знаю, когда такие ситуации бывают. Обычно разменившись с ним последовательно там. Подписчик, ну, да. Дал, отошел. Тоже там. Верно, тоже верно.
Тоже верно. Ну, я вот как-то вот не знаю, по-другому. Мне столько раз эта хилка жопу спасала, что не знаю. Давай, нокер, подеремся чуть-чуть. Хорошо. Размениваем ману на это, на хп инвокера. Хорошо. Так, у нас тут чисто одинаковые лайнцы. Что внизу, я что чисто... на топе? Ну, у нас как одинаковые, одинаковые события. Ты такой... Я разогнался. Моторист чист. Питлор тупо откидывает свой фаершторм. Ну и вы под тавером чилите. Да, и вот все время так. Жесть, конечно. Ничего не сделать. Ну, желаю вам хорошего настроения. Любви, счастья, добра. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Ребята, не забывайте, можно поставить лайк и, как говорится... Поддержать канал лайком, это, в принципе, уже хорошая поддержка. Не забывайте. Буду очень благодарен вам, если вы будете не забывать поставить лайк. Ну и, само собой, если, как бы, подписка оформляй, удовольствие получай. Главное, не забывайте поставить лайк. Подписываться не надо, просто не забывайте. Да, да, да. Блин, меня этот... Так, 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 от санстрайка, дай увернусь, дядь. Так, 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 понятно. Нет! Молодцы, идем дальше. Посмотри, какой на бхашнике, а. Вниз пошел, вот сюда, сюда, сюда. Ай. Рудгис. Ух ты, какой хук, ну это прям на вставочку. Хорошо. Вставочка. Короче, Рудги молодец. Пришел, короче, мы тут задушили. Иншолкера. Что он хотел? Да ты посмотри, еще и Апарентус идет. Да убей ты, блин. Убей ты Пуджа на аппарате. Видел, что аппарат делает? Вообще жесть, конечно. Он мог Пуджа убить там, да? Типа в такой ситуации. Но он решил именно захейтить меня. Жесть, конечно. Я, в принципе, не удивлен. То есть тебе когда... нет, жизнь. Да в том-то и дело, что как бы не подпортил. Дело в том, что это опять стримерский синдром вот этот. Я же написал, сделал анонс. То есть у нас тут половина паба, половина подписчиков зашло. Сделал анонс, что там ребята так и так. Кто есть, там пару человек, зайдите. Вот зашли, вот это зашел 10-й слот, зашел 6-й слот, 8-й слот, да, вот. Они зашли, и сразу видно, аппарат вообще вот тут ноль внимания на Пуджа. Вообще вот тут 2 хп у Пуджа, просто взять там один колфит, одна тычка. То есть, понимаешь, Пудж его замедляет, да? А этот все равно, нет, надо на Хена бежать. Я даже, я не знаю, я даже тебе скину, покажу это, чтобы ты понял, о чем речь. Это кринж просто. Вот я вот это не понимаю. Просто вот это. Тупо синдром. Как это лечить? Это, кстати, не лечится вообще никак. Так, гольский синдром. Скорее всего, гольский просто. Агойский. Агойский синдром. И что? Иди нафиг. Хорошо. Псими, крак. Ксемик. Даже не ксимик, а ксемик. Надо писать. Это ты что там делаешь? Изи. Спасибо. А, ну ты-то изи, да, это понятно. Вот идет, идет. Хукай, хукай. Ну, изи, изи хук же, дядь. Хорош. Ксемик. Алхимист. Алхимист. Хорошо. И давай не убивай раков там. Раков. Это еще цветочки, то, что мы сейчас будем делать, будут самые эти, как их там. Самые не цветочки, как говорится. Я могу вообще, в принципе, в МС собраться, всего Найкса в МС собрать. Как думаешь? Типа я буду
Кстати, годная идея, с учетом того, что задумка-то в запиливании, а уешь там. Да. Быстрее бегать. Я, наверное, это сейчас и сделаю, но я тогда, возможно, через Мидас. Ну, Мидасом я себе немножко оттяну слоты, но опять-таки я их камбэкну очень быстро. Как думаешь? Да, все равно купится. Вообще, в первой доте Мидас в какой-то степени, по мне, так поломан по своей цене. Быстро окупается. Ну, сколько быстро это сколько? Где-то, не знаю, минут 15, дальше чистый профит. И то это не учитывая то, что когда его продаешь, потом получаешь половину стоимости обратно. А тупо на вот этих, на трансмутациях. Я понял. А еще плюс 40 скорости атаки, или сколько тут? 30. 30, тут 30. Тут, смотри, в чем прикол. Тут надо учитывать именно этот прикол с того, что... Блин, я, наверное, все-таки армалет сделаю, потому что... Надо, я инвокера могу по КД убивать здесь. Я досты просто возьму и буду убивать его. Потому что он вроде стоит, но он, у него не стоит, у инвокера. У инвокера не стоит? Нет, он этот. Надо это исправить. У него не стоит. Я умер, скорее всего, да? Хорош. Аппарат на миду, пока да, стоит, не могу. Но, если честно, немножко перегазовал. Чуть-чуть. Сможешь нам личную куру сделать? Без БМ. Лично, именно у нас только. У тебя и у меня. Я лично. Пойдет. В общем, нормально. Инвокер страдает. Блин, или Мидас. 2.050. Мидас, в принципе. Я армалет сделаю все равно. Армалет лучше. Армалет лучше сделаем. Так непривычно без курьера жить, конечно. Хорошо. Алхимик сейчас там уже в этот пошел. Погоним. Так, армалет никого есть. Нет на карте. Что там не стрёмно? Да, отходите, ребята, отходите. Подальше. Аппарат там на хосте газует, смотри, у него там турбонагнетатель. Просто попытался убежать. Некролайт он не переплюнет. Да. Так, есть армалет. Сейчас ты у меня будешь страдать. Дядя на инвокере. Он и так, в принципе, бедолага. Я чисто стрейфуюсь, подбегаю, тычку ему даю и убегаю. Чисто такая тактика галактика. На Найксе. Опа, он этот бафает себе алакрити. И думает, я на него побегу драться. Это у него алакрити, короче. А интересно. Когда ты отходишь, от него удивляется. Как вы так делаете? Как вы так делаете? Есть такое дело. Так, хорошо. Что next там буду втаривать? Я, наверное, знаешь, что сделаю? Сразу сейчас до герочек выходить буду. Так, БХ у меня на топе. Сейчас будет меня убивать. У тебя почти там Бладстоун, по сути, да? Да. Да, тогда уже будет... Там. Виталика бустера. Виталика бустера. Виталика надо забустить. Виталий Царь. Знаете такого? Это я. Давай дасты куплю. Блин, аппаренту сультанул. На мид. Какой нафиг алхимик там, да? Алхимик фрифарм. Там еще что-то там происходит, знаешь. Что делает оппонент? На миду Найкс, надо его гангать. Не знаю. У меня двое. Тебя там. У меня только что три было. Убежали. Так, мы вот это сюда пробежимся. Ага, БХшник у меня. БХшник. 4-го левела БХшник, кстати.
Осуждаю. Еще кура нужно? Не-не-не, забирай. Ты что? Все по кайфу. Аппарат жесть жирный. А, атосовый аппарат будет. Атосовый аппарат будет. Я в МС все-таки, наверное, соберусь. Но сначала дагер сделаю, чтобы мы могли уже комбинить, потому что аганим, думаю, скоро уже будет. И будем тебе бладстоуны собирать. Можно будет подвигаться по красоте. Да, у него уже почти есть аганим. Я сейчас, у меня как раз таки почти дагер. Реген на руне есть, если что. О, я бы забрал. На руне регенчик, блядь. Пуч мог алхимика спасти, но он БХ убивал. Тоже такая тема. Ксень, кикать мойня. Ну, кого, например? Вот меня вот это вообще напрягает, когда вот так спрашивают. Типа, тут это паб. Я прикалывают, когда спрашивают у стримера какие-то там темы, которые вообще стримерству не соответствуют. Не, ну у нас, у меня, например, на канале правило есть, что кикать нельзя. То есть, допустим, в обычной катке, да, вот игры с подписчиками кикать нельзя, потому что, типа, ну, кто как может, так и играет, по сути, да, типа там. Кто-то 0.20 бегает, кто-то 20 на 0. Так, даггер у меня есть. Чё у тебя там по бладстоуну? Бладстоун есть, только надо вернуть на Б. Я тоже на Б пойду сейчас. Хорошо. И, наверное... Есть... Чё? Можем прямо сейчас, у меня 11 как раз сейчас. У меня аганима пока нету. А, точно, те же аганима. Но он сейчас доделает, уже вон летит. Летит ему. Внизу. Хорошо. Ребята, ну что, начинаем сегодняшнюю... веселуху, продаю топорик, беру. Так вот. Как синхронно все мы собрали, а? Да, очень быстро. 13-я минута, очень-очень быстро. Так, ассимилейт у меня готов. Пойдем на низ, наверное. Вообще, вардик был. У тебя есть денежка на вардик? А, ты уже топаешь. О, во-во-во, они там бегают. Что, скажешь, когда включим? Да, я скажу, когда, и начнем. Еще подрубай, диаболики. подрубай. Люпил, поехали. Что, диаболики включил? Хорошо. Вот это замес пошел. Ты что, дядя? Руинер? Ну, это руина. Ну, это руина. Ну, нормально, нормально. Депосим, депосим, дядь. Там БХ выше был, но... Ага. Ты. Далеко. Я догоню его, догоню. Уже ульта. Ман... А, нет, еще идет, лол. Жесть. Я пока выйду. Да, да, я тебя сам могу вытаскивать, если что. Вообще что нормально, слышь? Найкс с пульс новая, это что за имба? Так, а почему у тебя 9 бладстоунов? А, зарядил ты, наверное, внутри тебя? Или подожди, сколько... ну мы троих убили. Я не обратил внимания, я не помню, сколько их в начале. 8. Зарядов. 8. Стоп. Что это? Подожди, это что, заряды не будет давать, что ли? Да это бред, это тотальный бред. Это тотал бред, по факту, если не дает. Такого быть не может, чтоб не давало, ребят, ну не может быть, ведь вы же просто находитесь внутри персонажа. Ну сейчас проверим, на следующий. Да, проверим. Ко мне еще мана нет. Да мы можем прыгнуть смело, убить любого, даже на мид полететь. Полетели на мид, слетаем. Упаю ТПМ. Родился. Ничего страшного. Давай я вардики куплю. Аппарат по КД в меня ульты кидает. Чтоб ты понимал. На миду аппарат стоит. Я вот так ману восстановлю. Жесть, у меня столько маны, у меня косарь маны. Лезешь? Юзай. Юзай. Он в инвиз даже зайдет, сдохнет все равно. Блин, я курс слил. А, нет. Да, я курс свой слил. Нормально, смотри, я просто бегу из запиливания. Лол, смотри, еще один.
Вижу. Ну, ах, достав нету, дядь. Нету. Но этого добывать? Достаточно. 10 зарядов. Слышь, за одного только дают. Вот мы сейчас... Может быть, это в радиусе моего залезания, то есть вот здесь, на вот этой точке. Возможно, возможно, привязывается, да. Блин, ну я куру слил, без вардов остались, дядь. Возможно. Бан. Не, ну это бан. Не, это бред. Вот эта механика, что бладстоуны не дают, это бред. Тотал бред. Вообще. Это первая дота. Камон, не, это так, Антох, не должно работать, это баг. Подожди, это первая дота, это вообще баг, по сути. Да, это самый целостный баг просто. Один большой баг. Ребят, но в целом эта комбинация работает, мы душим, это круто, но бладстоуны ни хрена не даются. Ну ладно, с этим, я думаю, справимся, не суть. Я беру Яшу. Антоха, беру Яшу. Я куру слил, сорян. Без куры будем пока. Твою куру я слил, можешь забрать? Я тебе сейчас дам контроль своей куры. Так, химик там. Вообще ждать не хочется, да? Хорошо, ух ты. Отлично. Посиди. Я сейчас зарегеню. У меня пока КД будет. Сиди. Подзарегеню немножко его. Идет. Есть юл. У тебя будет маны. 10 секунд. Так, я скоро к тебе подлечу. Досты надо. Так, кура улетела, да? Мне не хватит на досты. У меня золото есть, но нету курьера. Можешь купить, я сам приберу с базы. Блин, два варда у нас в куре улетело. Давай вот так сделаем. Я тут, скорее всего, и гем возьму. На МС соберусь и гем возьмем. Лордар, лотар купил. Забрать посты тебе? Да, бери. Лечу на бот. На бот. Ну я в мид тпхнулся, я мид отпушу и приду. Мне теперь самому только аганим еще сделать. Да, гонимы, типа там вообще столько ДПС будет. Очень жаль, конечно, что не апаются Бладстоуны. Это такой, конечно, бред. Ну, это тотал бред вообще. Летит. Опять у меня ульт летит. Ну, я вот просто... Антон, вот такое, такого внимания никто на карте не имеет, как я имею. Серьезно. Я не сомневаюсь. Это жесть какая-то. Он по КД в меня старается просто закидывать. Пойдем на низ. Вон, смотри, там Слардар что-то бегает. Двое там как минимум. Ну, они сейчас будут, скорее всего, убегать, поэтому пока не надо. На лайне высветится, мы побежим. Тут вард стоит, я помню. Юзай, гоу. Даже без достов справимся. Тут досты юзать не надо. Пробежимся дальше. Там на речке кто-то, кто на речке, аппарат. Сейчас вот так сделаем. Пробежимся. Там ульт, сколько у тебя? Мана у тебя слева сверху показывается. Половина. Хорошо, нормально. Работаем. Скажу. Угу. Есть еще? Да. Хорошо. Аганим лишь раку, слышь, даст, говорит. Окей. Отлично. Надо варды поставить, Антох. Я тебя выкину, хватит. 11 зарядов у тебя. Каждым заездом плюс один. Да, плюс один каждый заезд, это, конечно, мало. Но у меня ульты уже есть, если что. У тебя маны накопятся, можно будет работать. Надо, знаешь что, вард? Кура резнулась там. А нет, это моя кура. Там твоя кура резнется, там два варда лежит. Вот надо завардиться. И двигаемся. В лесу у нас бегают, видел? Забери тогда у меня свою куру. Да, я заберу, когда твоя ресница. Она уже резнулась. Все хорошо, забираю. Отлично. Питлорд с гастой. О, у меня тут подарок. Нифига себе. Так, кура. Опять. Это очень удачно было.
Он с лотаром там был. Да, я в курсе, что он с лотаром. Ну, печально, заряды все схавал. Заранее туда еще культ летел. Аппарат. Там варды стоят. Меня напрягает немножко. Я дасты нашел. Я не фармлю, я просто бегаю сейчас. Мне нужно один варды. Купил я вард, который был. Да, хорошо. На них полетим? Да, ты уже резнулся? Да. Хорошо. Он убегать будет сейчас, конечно. Он уже убегает. Надо виженные, подвиженным их ловить. Они где-то по лесам фармят. И у нас весь лес заваржен. Давай, сейчас зафармишь эту пачку. Я пойду куда-нибудь поглубже пройду. Я вот так сделаю сразу от Найкса. А, я пойду встречу этого. Пойдем вот сюда. Т2 будет дефить по-любому. Гоним? Да. Давай. Хорошо. Найс. Прекрасно. Это прекрасно. Ну, теперь нужно просто... Сзади спина. В спине кто-то. Слардар с инвизом бегает. А, это БХ. У меня надо дасты гем есть. Я не буду юзать дасты. Я думаю, гем покупать. Да, надо гем покупать. Надо вард поставить. Идем, я за тобой иду, если что. Хорошо. Мне, кстати, скоро хватит на него, я могу купить. Пойдем вот сюда. Плохо, конечно, безвижно туда идти, потому что там могут принять хорошо. Мид дефну. Вот БХ. Пурш не берет дасты. Не знаю почему. С Лордара выбежать вообще. Вон, смотри, вдвоем. Ему не нужно уже баунти, правильно? Пусть берет. Ну, ладно, окей. А просто он уже агонимы раздал, не знаю. Ну да, только самому фармить. Есть еще. На медуз суета. Ты поедь у меня. Они нас просто кайтят, нет, они нет, нас видят. Все. Сейчас мне на гем хватает, я покупаю. Давай, гем. Я даст тогда дропаю, ТП-шку беру. Надо еще подождать. Давай. Уру. Хорошо. И надо прям агрессию сейчас такую закатить, чтобы, ну, прям втроих, четверых пойти. Они нас кайтят просто подвижно. Смотри, да. Пока мы светимся на карте, они не выходят сами. Они выходят на других. Да, да, да. Вот мы только ушли с топа, там БХ появился. Так, летит кем с вардами. Давай, я вот так тоже сделаю. Я смакану, короче, нас и побежим в лес. И я еще дополнительно возьму один вардик. Хорошо. Отлично. Поехали вот так вот, может. Go. Сейчас, блин, сейчас куб передам. Давай, варды, давай, ложи, дропай. Хорошо, я забрал. Понял? Да, я забрал. Там пуш пошел, может на пуджа сейчас и слардар заагрится, подумают. Нас на карте не видно. БХшник фармит. Ох, пуш купил дасты. Сейчас на пуджа заагрится, ждем. Не лезем. По-любому заагрится. Во, отлично, то, что нам нужно. Растянутый файт, вот с мида уже кто-то пошел. Лорд не идет. Бежит. Ну, короче, такое себе. План сорвался. План сорванец называется. Сорванца, да. Сорванца. Бежит, смотри. Ой, боже, дурачок чисто такой. Побежал чисто такой, знаешь. Ой, боже. ТП есть у тебя? Иди сюда. Садись за юзой. Поехали. И вот сюда забежим немножко. Ты шо, дядя? Я тебя искал. Да ты шо? Расскажешь бабушке историю, много как ты. Много. Как ты пирожки может, кушал. Много маны, я в курсе. Хорошо, поехали. У меня рейджа, правда, нету. Сейчас все будет, дядя. Хорошо. Даггер откадышь. Сейчас откадышься уже. Правда, я умер. Скорее всего. Не надо, дядя. О, хорошо.
Вардов нет. Хорошо. Может БХ где-то за тобой бежать. Да? Ну так это же прекрасно. Ты рядом. Че там у тебя? 9 зарядов Бладстоуна. Гениально просто. Гениально. На миде пит. Пит. Это низина, что ли? О, смотри, смотри. Я вижу. Да убивай, соло. Я подрегенюсь. Сейчас подрегенюсь, чуть я выйду. На базу, наверное, схожу, маны нету. Я на базу сбегаю. Прапай немножко Бладстоуна себе там, по кайфу. Жесть, заряды, конечно, то, что не дает, это тотальная фиаско. Ну реально, потому что, ну такой бред. Ну как может не давать заряды Бладстоуна за то, что персонаж просто сидит во мне? Ну это кринж, честно. Это кринж. Может тогда знаешь, что делать? Хотя бы в начале я тебя буду под конец, если вот так загуляли, под конец вытаскивать здесь. Чтоб тебе заряд давали. Как думаешь? Можно, если есть возможность. Да, давай я так и буду делать. Я буду сам это контролировать. Так, ты тут, да? Хорошо. Давай. Юзай. Поехали. Хорошо. У меня МС высокий. Я сейчас вниз побегу. Слардар тут вижу. У меня все есть, дядь, не переживай. Ману еще куча. Хорош. Чисто матрешка. Теперь пуш в роли этого. Такого жесткого нагнетателя. Надо вылазить? Да, вылез. Ману нет почти. Пойдет. Плазар БКБ уже купил, прикинь. Чё-то. Вот, конечно, Слардар. Сралдар. Слярдрар. Чё говоришь? Шиву куплю ради ауры. Да, я тоже думаю, чё мне... Но мне живучесть какая-то нужна всё-таки. Кирас? Кирасу, наверное, возьму всё-таки. Всё-таки как-никак у меня такое... Ну, я ватный очень. Весь расчёт на тебя получается. Слардар, он видел, загрелся. Видел. Давай так его убьем. Хорошо. Балтазар убивает. Вообще молодец. Вообще молодец. БХ бан. Сходу. Так, что там на топе Слардар? Да, трек на тебя. Я понял. Пойдем в медусу эту наведем. Блин, мне подожди, мне зафармить эту пачку. Давай, что делать? Давай, что делать? Обрати внимание на передвижение Некролайта. Да он просто за тобой ходит. Он бегает с пульсом, стилит крипов просто. Вард сразу сняли, я только поставил, сразу сняли, блин. Вообще жесть какая. Пойдем в лес прогуляемся. Вот здесь завардимся сейчас. Тут поставим. Так, на речке аппарат. Тут питлорд фармил. Давай в миду. Я вард КД. Вард поставил бы. Надо пушить. По чуть. Рад не будем убивать. Это иллюзия. А еще одна. Гоу, сюда, Антох. Но он, скорее всего, уйдет уже сейчас, Слардар, блин. Рошана забрал. Вырубай, не надо. Тэшку пойдем. Ульта аппарата. Хорошо. Я армор куплю себе чуть-чуть, надо армора немножко. Хорошо. Но они такие, они будут сидеть теперь, они не будут пытаться как-то файтиться. Они тогда будут... Давай закроем их по сторонам и потом прыгнем, когда будем кушать.
Да, надо бы вообще вот сюда сходить, я думаю. Т2 пойдем. ГТ2. У тебя, в принципе, нормально монореген, у тебя качественный. Монореген качественный у тебя. Блин, пойдет. Рабочая стратегия. Рабочая. И катка такая, в принципе, относительно потная будет. Тавр, поможете поломать? Хорошо. ХГ, думаю, на Егис нет смысла лезть. Нет, нет. Надо еще внизу сломать. Да, надо. На мид пока. Лечу. Оп, хорошо. Бесплатный телепорт. Пойдем вот сюда, Антох. Побежись немножко. Видишь? ТДшка. Вот сюда иди сразу. Вард стоит. А, сент, там сентрик. Сентрик, сент. Вот, смотри, смотри, смотри. Слардар, давай. Эх, 3.40. На, я вот не включил. Я думаю, что ДПСа нету. Что там ДПСа мало вносится. Ну ладно, ульты нету. Да, он все равно под КБ был. Да. Это как-то чё... Шива. Шива есть, да? Хорошо. Радик я не стал что-то собирать. Ну, может, пересоберемся, Раденс. Чуть позже, но... 33-я. Я думаю, просто сейчас какой-нибудь баш... Ой, как хорошо, да? Такой рассинхрон у них спасибо хороший. Спасибо за диспел. Да. У меня нет он то в кнопке. То есть, скорее всего, ГГ Юл есть. А, вот ты ж Юл уже юзанул. Хорошо. У меня сейчас будет ульт. Живи. Врубай. На развороте поработаем. Отлично. Хорошо. Я еще тебя порегеню. Хорошо. Сейчас этого туда же. Блин, МС... Опа, красава, брат. Лучше. Свинота, а? Прикинь, что делает, БКБшится. Нормально. Сколько маны еще? Почти закончилось-то. Да? Надо его взять. Хорошо. Тогда вот так делаем. Афалет! Афалет. Это типа как телефон, только не телефон. На филет типа это телефон, а это афалет. Ну нормально, кстати, да, работает, прям выносим хорошо. Тебе повезло там, что инвокер синхрон поймался с лордаром вот тут. Жесть просто. Ульта. Вот с лордара, если бы сейчас прыгнул, заюлишь его? Ай, не застанем. Подрубай ульту. Включил. Тут 1x9. Нормально, нормально. Вот так сделаю. Хорош. Сейчас вытащу тебя. Хорош. Достань. Рейджа КД. Ладно, гоу. Хорошо. А маны нету. Нормально, нормально, заберем. Хорош. Отлично. Байбэкнул. Давай отходим. Отходим. Того не стоит сейчас. Надо подрегенить ману. Да, маны нету, ничего нету, расходимся. Пойдет, неплохо мы, блин, вот это кайфно вообще. Реально кайфно. Офигенно залетает. Подрез Аегиса повезло, что дал. Регенчик бери. О, найс, найс. Найс, найс. Кайф. Найс, найс. GG. Вот это, блин, офигенно получается, реально. Очень хорошая комбинация, рабочая. Ребята, ну, за такую комбинацию, конечно же, Луецкий поставить не забудьте. Напишите добрый комментарий. Понравилась ли вам эта катка? Она такая немного еще и потноватая получается. Сам Слардар заряженный, бегает, душит. И, но в он принципе... А? Он писал, я понял, типа, ваш секрет, я понял. Он сразу понял там что. Но это рабочая стратегия, блин, офигенная вещь.
Офигенная вещь. Так, я иду к вам. Хорошо. У тебя врублен, нет? По-моему, да. Посмотрим. Да, хорошо. Хорошо. Так, этого тоже убьем. Жесть. Блин, это круто. Ты хочешь еще сыграем сейчас так же? Сыграю. Давайте, ребятки, вот такая у нас была первая игра. В принципе, это реально было очень прикольно. Мне тоже понравилось, что-то необычное. И такое вы нигде, в принципе, и не видели. Но давайте еще одну каточку оформим такую. И на этом, наверное, будем заканчивать. А пока за первую каточку паузу и лайк. Поехали некстово. Ну что, парни, некстовая катка у нас уже на заряде. Антонио, как думаешь, что нужно нам сделать для того, чтобы улучшить этот геймплей? Радиенс только в голову приходит. Да, добавить, постараться радиенс нужно, конечно же. И, ну, в целом, каточка очень интересная, получается, динамичная. И реально, ну, прикольно такую игру играть. Реально, очень кайфуешь с того, что... Как бы, ну, что-то необычное происходит на карте, и это реально очень круто. Но смысл в чем? Нужно все равно Найкса как-то одевать в МС, опять-таки, а это тоже стоит очень ну, очень большого количества золота, чтобы Найкс был таким, знаете, у нас время ограниченное, да, получается, на Лишерке. Нужно добегать, догонять и вот эту всю тему делать. Но в целом, не знаю, будем стараться сейчас как-то делать вещи. Я смотрю, там еще Тини взяли и печально как-то все это. Вы Сапа, снайпера. Сапа, чел пишет. Это, и сразу снайпер. Снайпер! Это смешно. Еще к нему идет, смотри, с фрейдбендиком. Сорян, пацани, я фарм. Ой, жестко, конечно. Слушай, ну там на самом деле пацаны сильные ВС играют. Реально, ну, относительно не будет такая легкая, по идее, будем потеть. Слабый не пикнет Тини, это закон. Не, там реально пацаны, там по 70 винрейта, если что. Держи в курсе. Сейчас посмотрим, какие там 70 винрейта у них. Shadow Priest еще, блин. Я чувствую, нас могут очень сильно могут загнобить нас здесь. И, ну, будет тяжеловато. Прям где... унизить, да? Да, могут унизить прям. Могут прям подунизить. Там Слардариха. Там балансный пик очень. Мне нужно будет как-то кайтить там за рейдж. Что-то, не знаю, кого-то слили, отбегать, что-то такое. Суеты очень много будет. То они активничать будут вначале точно Благдаром и Тини. Так, хорошо. Ну что, готовится у нас. Блин, ну тут вряд ли заберем, что-то мне подсказывает, что. Хорош. Упс, ну алхимик, скорее всего, продадим здесь. Да, продадим. Это монету взяли. Хоть монету взяли, это радует. Так, Тини на меду будет, да? Но мне бы его сожрать надо. Найкс на меду офигенно, а с Тини стоит. Закинуть, да, наверное, сейчас. А ты умный на Тине, однако. Ты умный, но недостаточно. Ты умный, но не гений. Как я, да? Такая это. Ты умный, но не гений, как я. Так, пойдет. Курочка. Я курицку... Блин, мне сапог бы пораньше. Я тут буду ему просраться давать там тинику.
Да ты что? Какой же... У нас тут драка, заруба на меду с тиником. Мне сапог нужен. Руба стримеров? Не, да сапог надо взять, я его гонять буду. Пока он левел не апнул. Надо по чуть апается. Так, тебе кура нужна? Да, нужна кура. Очень причем. Очень сильно нужна. Хорошо. Себе послал куру. Я его могу убить просто попытаться. О, найс. Хорошо. То, что нужно, еще расходник будет дополнительный. Ну, везение. Везение по факту. По факту везение. Было возбуждено уголовное дело. Ну так. И одна тычка. О, хорош, наконец-таки я его сожрал. Дазл не успел засейвить его. Хорошо. Ну, на самом деле, очень сильно мне зарешала вещь под названием регенерация. Расходник не пришлось сливать. И у меня еще есть сейчас расходник. Кайф. Я думаю, есть смысл мне покупать тут Bloodstone, если он так не заряжается? Слушай, наверное, ну, в какой-то степени есть, а в какой-то и нет. Потому что, смотри, ну, халявные 10 мана регена, да, по сути? Которые 100% даются. Опять-таки, а что с заменителем ты хочешь взять? Юл? Юл. Юл быстрее купить. Потом что-то еще. Ну, смотри сам. Что там за агрессия у вас на топе? Я иду. Да просто спасибо инвокеру. Он тупо смотрит, фоткает. Хорош. В общем, мы стоим так. Он тупо ластитит, больше ничего не видит. А некор наглый подходит, меня тычкует, он даже не... Ну, а пока что чисто, да? Ну, стандартный под пиво играет пацан. 40, у него там 35 что-то венрейта. Кини. Кини идет на низ. Ребята должны там газовать оттуда волосы назад. Так, ну Кини, в принципе, я на меду немножко подровнял. Все, вон он идет обратно. И не подровняли. Откинул просто меня. Ай-яй-яй. Че там, ГГ, ВП, ФФ, финиш? Ну, убили Джаггера, ну, умерли. Ай-яй-яй-яй, убили Джаггера, замочили. Сейчас бы в мой рейдж аваланчить. Кайф, дота. 9к ПТС на миду выигрываю, если что. Кто не в курсе. А это просто, знаешь как это? Ко мне на стрим очень часто заходят челики и пишут: «Ехин, опять диранг играешь там, лох». И вот это я, знаешь, там статс пишу, там челы 8-9к выигрываем. Они такие: «И все равно рак». Чисто, знаешь. Типа для них ПТС там 5000 это уже типа вообще очень круто, знаешь, там и... Wow. Типа нереальные ПТСы. И типа вот что? Уровень жесть. Миракла. Да, уровень Миракла там, да, то есть. Так, ну я... Ой, могу... Простите этого, а за что с тобой? Я все, ты зачем такой говоришь? Я забаню сейчас.
Я замедлю. Хорошо. Станом попадешь-то хоть? Спасибо. Благодарю, что станом попал. А то обычно в моих играх с подписчиками станом не попадают в такой ситуации. Курсор сбивается. Да, немножко. Мандраж, короче. Мышка вот так вот. Ты просто не понимаешь, что происходит. Ой-ой-ой, бро. Так, хорошо. Погнали. СС, Стони Гиант, если что. Стони Газе. Стони Гиант внизу чилит. Надо вард, ребята. Вот здесь вард на подходе поставят себе, будут кайфовать. Тини даблкил сделал, блин. Камбэкнет эта собака. Очень много будет делать в игре, Антон. 100%. Okay. Надо будет клаку купить. Да, клака нужна будет. Прям must have. Вардецкого прям очень надо там поставить. 70 золота им нужно потратить. Всего 70 золота. Но с тиником у нас тут овер плотно. И солью. У него КД уже Тоса, по идее, подошел. Что там у меня? Ага. Хорошо, у меня есть армлет. Сейчас с армлетом буду сжирать его просто. Если он будет прокаст просирать, то просто ванды и поехала. Так, хорошо, я могу к вам опять прийти. Там джага, блин, еще тоже через рейдж будет хреначить. Очень так неприятненько будет так. Он, кстати, без ульта. Да? Хорошо, ну я сейчас чуть заколочу крипов в лесочке. Чуть подколочу. Да, золото тут справа на топе. Да? Хорошо, тогда к вам не пойду пока. Я на меду сейчас с тиником поговорю чуть-чуть. Он подумает, у меня там лоу хп, я там что-то на прокас посадит. Попытается, по крайней мере. Я, скорее всего, умер. Такой бред. Ну, я ошибся сам, я там не промикрил. Короче, отменил сам себе тычку. Уф. Ладно. Отменил себе тычку. Короче, очень потная будет, Антох. 100%. Я бластон не буду тут делать. Да, давай не будем бластон. Тут нужно будет сразу начинать как-то комбинить с появлением аганима. У Тиника 100% сейчас появляется дагер за мою ошибку. И у нас сейчас проблемы будут серьезные. Надо будет, возможно, даже больше фармить, меньше файтиться, потому что... Игра будет такая нерофельно-картофельная, 100%. Тяжелая будет. Я могу на топ прийти, пока там кнопок нету особо. Я иду, короче. Дазла. Надо попробовать слить. Как меня сейчас тут душить будут.
Хорошо. Но у меня тут фарма совсем не будет. Печально. Только сейчас камбэкать начну. Кини лотар делает, кстати. Кай. Хорошо. Блин, я так хорошо на миду сейчас переиграл. Мне понравилось прям. Момент такой. Серьезный момент. Так, мангус возьмем. Юльчик, наверное, Антох. Я думаю, вот Клоку купил, может доделать ее до Глиммера, а потом Юл, либо сейчас Юл. Ну, Глиммер, смотри как, тебе же ты, получается, все равно у меня будешь сидеть, правильно? В козырьке моем. Как бы больше, чаще всего. Сейчас, секунду. Ты куру юзнул? Да. Юзай, сори. Ну, по игре, вот я не знаю, будет. Сможем ли мы тупо на вот этой комбе вывозить, или придется больше вот так фармить? Ну, соло? Первое начало, по-любому. Гоу, вот этого пацана, смотри, какой здесь сладенький. У него пока. У него, кстати, шедоумулет просто. Да, я видел. Пойдет. Я в даггер сейчас выходить буду. Гоним или Радик, гоним. Мело. Тут такое, тут, блин, мне нравится эта катка тем, что такая оппозиция чувствуется. Мы 10-10, мы идем ровно, но по лайнингу у нас топ слитый был. У нас, в принципе, смотри, КДАшки 0-2, 0-1, 1-3 сейчас идет по всей команде. Мид выигранный, низ сомнительно. Ганги от Тини были. Ну, 50 на 50 низ был. Вот, интересно. Я будет думаю, это все-таки сделать этот Глиммер. Глиммер? Вот спасти, потому что от зульты Джаггера, если они не будут с детекшеном. Давай, делай. Делай. Пацан там внизу. Делай, дядь. Так, я сделал себе... Там Слардар еще пугает, на самом деле. А ты чё, сразу фулл хп рипера мне отдают? Хорошо. Так, дегерочек есть. Я, если что, готов первый комбы делать, там нужно... Только... Хорошо. Есть аганим у нас? О, спина, спина, Антоха! Ооо, лотар купил таки он себе. Да, купил. Купил лотар. Возможно, тут вижен, потому что он подошел ко мне, ну хотя бы его. Куда ты, сладенькая моя курочка? Таверну хочешь? Снайпер не бери. Такие фраги. Надо вот тут проверить. Пожалуйста. Аганим дал, Антоха. Есть аганим, кстати. Гоу, первый комбо будем делать. Там, на некро, может. Внизу там. Ну, джага, конечно, проблемой будет. Я буду стараться, когда джага ультует, куда-то залазить. А Его Слардар, слышишь? Вижу, вижу. Блин, жестко давят нас, да? Прям давит, давление такое. Но не с джагой там в паре. У меня ульта КД, если я сейчас пойду мид прыгать. Дазл он еще. Ну, я, скорее всего, сдохну в первых рядах. Но Слардар разберем, Дазла надо прыгать, убивать. Я скоро ульт кдшится, почти бы чуть-чуть подождать. Да, но опять-таки, у нас тут, смотри, нас двое, их четверо будет. Снайпер даже не будет ничего делать, алхимик тем более. Я Драгер убьет. Ультани, пофиг. Хорошо. Этого тоже заберем. Смело. Мана заканчивается. Нормально. Хорошо.
Это вот туда же? У него даггера нет? Нету, нету. Сзади джаггер. Видел? Деремся просто. С руки, с руки, с руки. С руки, с тини. О, бро. Ах ты, башерская свинота. Некр рядом. Я понял, уже надо валить отсюда. Ну, считай, это вдвоем, втроем мы сделали. Хорошо, хорошо. Но только единственное плохо, Тиник сдох. Я там не успел залезть, вылезти, но я, в принципе, не собирался так джагу убивать, не знаю. Типа, ну, мне показалось, это будет не актуально. Не профитно. То есть он в любом случае закрутился. Ну, короче, там чисто тайминги, по сути. У меня есть предложение, взять можно гем, но рановато. Мана у тебя быстро кончается, да? То есть у тебя там вообще все плохо по артефактам пока что. Ну, я думаю, мы сейчас вот так килять будем, золото-то у тебя больше капает за это, чем у меня. Поэтому сейчас камбэкнем, все будет нормально. Все будет хорошо. Тиника с чего-то сжирать, давай я Яшу куплю. И, блин, хотя, давай в Радик попробую, слушай. В Радик попробую, они мид опять идут, слышишь? Давай Джагу попробуем убить, у него там башер. Я иду на топ, слышишь? Я жду. Иду. У него ульта, по идее, будет. Попробуй, может, застанет со стороны. Да, давай, попробую. Найс. У него... Сейчас ТП, может, будут. Не, давай не пойдем, не надо. Не надо. Я в Радик попробую выйти. Давай топ сломаем. Давай, диаболики есть 4. Диаблолики. Внизу. Почти, почти прочитал его. Тини сюда придет. 100%. С ТПшки. Я его вижу внизу пока. Пока что еще там. Где? Я не вижу его. Ну, он только что там был. Ну, вот ТПшку может юзануть. Может прийти. Нажать. Да, может спокойно. Тем более внизу, близко к телепортам. Я поэтому опасаюсь. А он еще такой лотарный, то что надо бабки тратить. Они а, в лесу. Он еще там, он еще там. Давай сапожку. Давай тэшку, да, смело прям задувай. Задувай прям смело, надо что-то пушить как-то. Я в Радик выйду, у меня золото позволяет, сейчас сакрет куплю. 3200 есть. Дофармить было бы прекрасно. И пойдем комбинить. Возьмем после Радика гем, мне кажется, сразу. Хорошо зайдет. Слардар на топе. Такой сладенький. Там просто урна и все. Так, ты ушел куда? Ты на базе, да? Чилишь? Ага, УТ-2, УТ-2, вижу. Лотар даггер тини. Дастов нету на него, все равно. Если б я сейчас ТП дал, толку нету. Отблинкуется. Закайтит, заэвейдит. Я сакрет добью, потом приду. Дайте чуть пофармить. Эх, не добил. Сейчас за мной, скорее всего, идут. Сакрет добью. Хорошо. В меду. В меду чилит братулец. Так, ну, есть на дасты у тебя золотишко? А, ты юл делаешь, да? Ну, если надо, куплю. Ну, ты что-то там делал вроде, не? Юл делаю, конечно. А вот этого, если сейчас выйдет с тавара, не выйдет, попробую забрать. Ой, как хорошо. А дазла? Я рядом. У тебя нет даггера? Дазла. Ну, даггер КД, я с даггера прыгал, чтобы забрать его. Хорошо. Там снайпер со скамейки запасных такой, хорошо. Ну, так он же саппорт у нас. Да, кстати, да, красава. Леш, аганим. Если он тебе аганим даст, кстати, будет тоже неплохо. Стат дополнительно. У меня радик почти. 400 золота, 300. Даггер Слардар. Если что.
чест дам. Хороший саппорт у нас, кстати. 0 ассистов, 2, 3. Круто. Мы сами себе хорошие саппорты. Хорошо. Сейчас, наверное, завардимся. Без вардов очень тяжело. Я возьму радик. Там аганим на некре, слышишь? Блин, там такой пик на самом деле. Неприятно. Меня очень жестко закрывать могут. Они в лес сюда пойдут сейчас. Сюда идут. 100% идут туда. Дасты куплю. Не могу варды купить, куплю дасты. Имха найкс. СПС. Так, ну они по-любому у нас здесь в лесу. Сейчас вот тут по-любому будут вот этого петуха убивать сейчас. Поэтому сейчас фул комба будем залетать. А, в меду стоит, да? Блин. Ну давай скрипами, Антох. Скрипами юзаешь и полетели. Давай, 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 давай. Хорошо, этот минус. Меня рипера дали. На нем крест. На нем крест. Ну это... Ну это что было? Это твой ульт. Так, я вылазил. Байбек. Джага, байбек. Да там не только Джага, жесть. Тини где-то здесь должен быть. Хорошо, вот все, все, был. Все, хорошо. Вообще, что сейчас было? Я вообще не... Бью, типа, вообще и все, ГГ. Чисто я там из скрипа вылез, да, и ГГВП. А если честно, вообще ничего не понял. Вот реально, хочешь верь, хочешь нет. Я залез, я думал, ну все, мне ГГ, я там смотрю, у меня там 100 хп. Я попытался в крипа залезть, там крип лоу-лоу-лоу хэповый был. И это прокатило. Да, тебя сбривают пипец как быстро. Да, там амплификация, плюс на мне рипер был. Не забывай. Давай вот эту штучку куплю. Пару вардиков. Я тревел взял себе, помобильнее чуть буду. Слушай, ну я тогда, наверное, в дамагу буду выходить. Или что-то в живучесть. Да тебе по-любому надо как-то перекрывать этот минус армор. Значит, потом еще хуже будет. Да, согласен. Что-то в меду инвокера гоняют. Я могу тут подфармить. В смысле, ну, типа, там вообще еще желательно закайтить как-то ульту Джаги, потому что она люто контрит меня. Люто прям. Блин, столько артефактов надо. Манту может хотя бы, чтобы таргет снимать. Знаешь, как будто бы даже... Иди лодность... сюда, иди сюда. Давай. Ультуй, ультуй, ультуй. Хорошо. Пойдет. Пока могу еще посидеть. А, ты зря меня... Нормально, нормально, поделим, поделим, поделим. Ух, там они всей толпой, слышишь? Без креста они, без креста. Я в курсе. Я побегаю. Блин, там хилка. Жесть. Этот вард зарешал сейчас очень многое. Бежит за мной, скотина. Грибы палят. Нормально, я выйду рейдж ТП. Хорошо. Рейдж ТП. Рейдж ТП. Ну, по факту рейдж ТП. Да. О, жесть, конечно. Ну, жалко, что тебя похоронили, но... Давай я сделаю манту. Монду. Рошан есть, нам бы Рошана как-то зачесить. Когда они залезут туда файр... Сейчас Джага без ульты. Блин, Башер тоже нужен. Мне тут соло нужно сливать хорошо. Соло нужно хорошо сливать. Нам нужно Рошана вообще жесть охранять сейчас. Такое ощущение, будто манта тут прикольная. Снимать ульт с Лордара и еще больше цели для Джаггера ульты давать. Да-да-да-да, манту, манту. По-любому манту. За Юлю? Нет, я не успею. А я не достану, прикинь. Будет вылазить, умрет сейчас. По низу пойдем. Я пока отпущу.
Знаю, он меня, по идее, не сольет. Комбы. Вон идут. Дазла. Врубил. Отлично. Хорошо, ему ГГ. Сейчас этого тоже. Ах ты. Санстрайк, ни о чем. Но ты тут не нужен. Уже. Ломаем топ. Ботом, вернее. Ломаем. Слардар. Блин, могли... Я мог прыгнуть. Прыгаем. Че мелочиться? Опять он ультует. Достал он. Саппортит. Ну он тупо... Ну он типа, это дэмэдж там не нужен. Пойдем Рошу. Сами. Рошу. Сами. А то они заберут, ну реально намного хуже будет. Поможете? Да иду. Иду. Хорошо. Надо же только сбить ему. Тройка бьет? Бил. Хорошо, все, душа. Я его возьму. Хорошо, это прекрасно просто. Главное, чтобы инвокер не забрал. Хорошо, прекрасненько. Вард поставил. А я, может, за Юлю? Это иллюзия. Заберет пусть снайп, он же саппорт. Некро мог заюлить. Нет, не застрелил. Вот здесь так, кто-то нет. Подсветился сейчас. Почти фулл мана. Давай отойдем. Отойдем, я дофармлю манту, чуть-чуть остается. И сделаем корректную драку. Прям вот просто все тиммейты отошли. Они сейчас там будут впятером. Пятером мы их не потянем. Естественно, меня сольют через Омни Слэш, а потом дадут еще и Рипера. Я лучше хотя бы таргет сниму мантой. Какой-то, да, сейчас дофармлю. Будет более логично. Более корректно. Более прекрасно. Так, 1800. Сейчас копеечка остается. Вот это вот копеечка. Хорошо, может, имеется. Может, ТП-слышку сделать, если там будет драка? Да, давай. Погоди. С тобой полететь? Ну, пойдем на ТП, что нам стоит? Ну, то есть я либо сам юзаю ТП, либо в тебе. Ну, подожди, давай, юза ульт. Юза. Поехали. Опа! Что за заварушка? Что за заварушка, знаешь, так забежал? Ультанул! А, помогите, некролайт ультует. Так, это я снял. Смотри, слардар там. Ультану, тебя вытащу. Ух ты! Джага там лоу хапов. Но не могу помочь. Тини есть? Есть, хорош. Рядом с тобой бегаю. Красава, изи. Что за заварушка, знаешь, такое, забежали. Ой, кайф вообще. Слушай, это реально жестко. Это работает, это жестко. Я доволен. Честно, я доволен. Не, некр просто такой сразу тебя увидел, фрейдж тебя ультует. Отстань от меня. Там просто, ты видел, как хп? Слардар рядом бегает, у него просто хп, ну, улетают. Я там еще манту юзнул, потом тебя на раздамаг вытащил. Жесть. Я просто видел трех лоу-хэповых, решил, думаю, ну, вытащу их. Зёрик, Сень, брат. Ах ты. Смотри, какой. Красавчик, типа. Хорошо. Да, ребят, не забывайте поддержать лайком, подпиской такие видосы. И вообще, вкладку видео открывайте хоть иногда. Там очень много качественного контента. Просто заходите и кайфуйте. Такое нигде не увидите. Просто обычную катку каждый может выложить. А вот что-то такое придумать, к сожалению, не каждый. Но на это есть я, поэтому вы на меня и подписаны. Как говорится, работаем. 24/7. Так, смотри, мы дали им хороший отпор, но мы ничего не пошли пушить. No. Это плохо. У тебя есть мы, наверное, место на гем? ТП могу. Да, в принципе, есть. Я купил. Тебе послал. Мне скажешь, бы шиву дофармить, не так много осталось. Эх, не успел. Ладно. Шиву дофармить, там у тебя в меду сейчас лицо сломается. Двое на боте. Там, я тебе говорю, там сейчас опасно тебе будет. Некро блинк снял. Так, скажешь мне, когда тебе дропнуть? Гем? Пойду. От КДШ, пойду отрегенюсь. От КДШ, да. Я возьму его там.
Ну, а у тебя контроль есть на куру? А, все, да, есть. Хорош. Хорошо. Че, барабаны какие-то бы сюда добавить? Так, ого. Я на топ лечу. Типа. Давай, гемчик сюда. А Егу не видел варны? По Еге. О, все, вот. все, минута, да? Хорошо. То есть 32-58 заканчивается. Ты знал, что Аега всегда рандомно заканчивается? От 5 до 7 минут, по-моему. Вообще бред тотальный, если честно. Пусть же этот байтит. Но ты уже подспалился чуть-чуть тут. Все, пусть байтит. Если что, прыгнем, нападем. Финик внизу. Сейчас увидим кого-нибудь, вон идут. Слардар. Вот тут дазл сейчас вард поставить 100%. Че, ультуешь? Ультанул. Поехали. Я оставлю иллюзии за ним. Да, хотя он со мной по пути бежит, не знаю зачем, правда. То есть ему так комфортно. Постой, ты куда? До базы одна дорога. Таверна. Джаггер еще жив, но он улетел. Опа! Здорово! Что за заварушка кидать будет от собак, а? Все равно не уйдет. Джаггер, главное, чтобы сбить был. У тебя мана кончилась, да? Да, закончилась. Нормально. Чисто грызанул. Поньк, и все. Хорошо, слушай. Че там, может, тебе на монопул? Бахнуть. И хорошо, все так. Лардар прикольный, я думал, он в обратную сторону будет убегать, а он бежит со мной, поэтому. Райт клик по колодцу. Да, и просто все. Помогите! Все, по колодцу побежит. Что ты там регенишься, дядь? Дай мне, блин. Дядь, дай побью чуть-чуть. Так, я ready, я сзади. Ready. Жалко, CS2 вышло. Такая печаль вообще. Я еще не распробовал ее. Говно тотальное. CSGO. One love. Йоу. Давай, да, сольем его просто за стан. Чтоб не мешал своими крестами. Кинь идет. Ультанешь? Да. Что за заварушка? Я ультану. Что происходит? Да, дай мне ман создать. What's going on? What's going on? От тебя ничего, никто не умер. What's going on? Так, пошел отсюда. Ломаем. What's going on, говорит. Ой, бро. Бот еще можем. Бот, сам ты бот, я пошел, отойду. Бот Конор. Знаешь такого? Да. Я пойду на базу. Не умри там, пожалуйста. Блин, от Тинника отрегениться смогу, в принципе. Что так бычит этот Тинни, вообще не понимаю. Ух, инвокер прокаст. Нагинг! Нагинг, это ты! Нагинг, что с тобой? Пятый слот вообще, конечно. Снайперу ГГ. Так, какой у меня МС? 456. Давай мы сделаем вот так вот. 500. 500 МС, хватит. Я иду. Че там, душишь? Сейчас он тебя задушит. Я бегу, я далековато, правда. Ты МХ? У тебя 1000 маны всего, да? 1000 маны. Ну, в принципе, вон сейчас в миду они ошибутся. И сейчас, подожди, 2-3, если выйдут на деф, прыгаем. Если нет, нет. Слардар еще момчик подсобрал. Что мне подсказывает, тут вард стоит где-то. Не, нету. Ча, дефить пойдут. Вон, некор идет. Подожди секунду. Подожди. Ультуй. О, Сладар, прыгай. Отвали. Сладар не хочет. Нет, все, отхожу. Отхожу. Вылази. Да. Пока что. Пока что, да, хватит.
Сейчас вот тут где-то кто-то и будет идти. У меня КД ассимиляция. Давай чекнем вард. Я прыгну. Хорошо. Так, ну мне по идее некого бояться. Блин, он выбежал уже, я лучше ТП дам. Там Слардар побежал. Просто в туман войны прыгнуть, не хочу умирать. Знаешь, что можно сделать? Сейчас от КДшится, они будут дефить тут. КДшится, 2, 1. Стоит в хайграунде. О, ульт. Чел, да. Да, погнали. Иллюзион за ним направлен. Закон, прина. Нормально, 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 я сейчас блинканусь. Маны закончились. Все, все. Окей. Тяни. Тяни, 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 тяни. Рейдж КД, рейдж КД, все КД. Отойдем, отойдем просто. То зачем мне кидаешь, себе кинул? О! Мясо прилетело. Ням. Мана нет у меня. Ну, типа, не знаю, хейтит меня просто. Риперами своими. Там Слардар как-то выжил, хз. Подбежал на кресте. Слардар не может под спринтом убежать от моих иллюзий. Иллюзии 500 МС. Так, пойдем отойдем, да? Молодой, иди за регенься и пойдем комбинить дальше. Кайфоват хочу, кайфоват. Не, ну если бы не инвокер, мы бы проиграли, наверное. А, спасибо ему. Самое, на самом деле, очень... О, смотри, что лежит. Самое кайфовое, что в этой катке есть, это то, что алхимик раздал нам аганимы. На самом деле, нужно отдать должное, то, что аганимы... Все-таки плюс Ульта. Один. Я ульту включил пока под регеном. Да? Го побегаем. Это же имба. У меня сейчас мана, по идее, не закончится. Не ну, должна пока. Заканчиваться. О, здорово. И не ожидал тебя здесь увидеть. Бедный Джага. Он реально бедный, бедолашкин. Гиант может подколоть, закинуть меня. Гиант. Что там по мане? Больше половины, я скажу. Смотри, идет кинуть хочет. Ну, в принципе, мы их зажали вообще в колодец по-страшному. Я думаю, нужно попустить их еще пару раз комбинить. Да, зажим. Зажим яйцами. Слушай, ну, по-моему, эта катка даже получилась интереснее. Как думаешь? Ну, потому что сама катка была интереснее. Она, да, то есть у нас была возможность вообще ее проиграть, но какие-то микромоменты, да, они зарешали, и мы это выигрываем. То есть вот в миду драка, да, если бы мы ее слили, все хуже было бы. То есть, ну, я считаю, что эта игра даже немножко поинтереснее, чем игра, которая была прошлая, и реально очень классная катка. Мне понравилась. Бодренькая. Что, думаешь заканчивать? Ну, а что, хочешь шеф помочь? Давай, ультуй. Поехали. Поехали, суицидалочку, дядь. Оп. 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 Сейчас инвокер теперь в роли запиливания. Хе-хе. Я как придумал, да? Да и ДПС еще идет. Поехала, дядя. Вы что думали, я ушел, что ли? А, я сдох, а ты нет. Вот это досадно. Ладно, ну что, ребят, вот такие у нас получились сегодня каточки в комбинации Лишрак плюс Найкс через Аганим, плюс это все у нас было запулено алхимиком. Алхимику отдельный респект за то, что помог, но дизреспект, конечно, за токсичность, которую, ну, вы сами знаете, иногда бывает, да? Поэтому... Ребятки, вот такая тема. Ну и Антонио, тебе, конечно же, спасибо за то, что помог это все реализовать. Это реально было интересно. Я надеюсь, ты тоже кайфанул с этого. Да, было неплохо. Было неплохо. Ну, как говорится, неплохо так. Ну, пойдет, пойдет. Так, с пивком, как говорится, да. Но мы не пьем, мы, пацаны, нормально. Да, так что так, ребятки. Ну и
С вас комментарий, подписка и лайк, ребятки, в любом случае. Напишите хороший комментарий по поводу этой катки. Понравилась вам эта игра или нет? Что, может быть, что-то добавить? Не пишите, пожалуйста, про ЦМ-ку. ЦМ-ка ультует и Накс бежит. Пожалуйста, не пишите про это, я вас умоляю. Это не работает, я сразу говорю, это не работает. Они увидели, короче, на РГЦ-карте. РГЦ-карта, там 7.0 патч. И там это можно делать с ЦМ-кой, а тут нельзя. И они постоянно спамят, то есть, вот. Я помню, несколько раз было такое в комментариях с фишками, спамили. Но не суть. Короче, ребятки, вот такое у нас видео. На этом все. С вами был Ксеназис. И до скорого. Всем удачи. Вот так-то лучше. Это было круто.